третьей серии сериала «Бывший» после истории с Катей Яна сбегает из-под домашнего ареста. Она знакомится с братом Ильи Андреем, который в нее влюбляется. Миронов ищет дочь, на нее открыты незаконные банковские счета. Илья пытается прекратить связь Яны со своим братом. Девушка ему тоже начинает нравиться. Яна отказывается подчиняться отцу и быть инструментом в его махинации. Миронов арестовывает Андрея и использует его для давления на дочь. Чтобы спасти брата, Илья принимает очень непростое для себя решение. Узнав, что он сделал, Яна сбегает от него.